Привет, друзья! Вы на канале GameZone. Всем привет! И мы продолжаем играть в игру. Это Лего-еда. Мы будем кормить наших друзей. Классная игра. Нашли ее в Андроиде. Всем спасибо, что вы смотрите наш канал. Подписывайтесь. Мы кормим! Смотрите остальные наши видео. Мы вас любим. Ставьте лайки, оставляйте комментарии под этим видео. Давайте начнем играть. Так, Ты уже все сделала, да? Да. Молодец. Давай. Я горбули. Горбули будем продавать. Давай. Расставляй наши продукты по местам. Гамбургеры ты хочешь, да, продавать нашим друзьям? Все. О, вон нам сколько всяких продуктов привезли, да? Чтоб мы продавали нашим друзьям. Я же моя собака. Открывай наше окошко. Это же жираф, настоящий жираф. Он хочет сырный томатный гамбургер. Давай ему. Сыр надо внизу вначале положить. Вот, Лиза, сыр. Я хочу розовый сыр. Это мороженое. Ну давай. Вот, на тебе розовый, так розовый. Будешь кормить. Теперь помидорка. Теперь помидорка. На розовый сыр помидорка. Вот, на тебе помидорка на розовый сыр. Смотри, он прям жаждет. Это необычно. Еще помидорка. И еще помидорка, да? И что еще положишь нашему другу, жирафику? Еще сыр два. Двойной сыр положишь еще, да? Еще что-нибудь положишь нашему жирафику? Розочку? Сначала белый зефир. И все, он уже хочет это попробовать, эту вкуснотищу. Ты бы собак такое съела? Да. И ням-ням. И он ушел с этим. Мы даже не увидели, как он это съел. Странный жираф. Вообще он взял в лапу, блин, и унес. Надо. Что надо? Сверху, наверное. Вон он сверху, зелененький. Лист салата хочет наш друг, да? И еще сыр. Ты сама ему все даешь, нашему другу? Это наш друг фермер, да, наверное? Да. Который помогает нам с продуктами, который привозит нам постоянно продукт. А, ты прям сделала прям точности то, что он хочет. Молодец, Лиза. Молодец. Ох, как он облизывался, ушел. Смотри, девочка к нам пришла. Она хочет булочку, две котлеты сочные. Булочка! Сыр и красную розочку хочет наша девочка. Давайте посмотрим, как Лиза справится с этим. Вот булочка. Ой, нет, это котлетка. Котлетку. Смотри, она прям облизывается. Она прям хочет этот мега-бутерброд. Сыр она хочет. Давай, Лиза, вон сыр справа. Давай, ложи ей сыр. Котлета взялась, да, у тебя? Вот взялась у тебя сыр. Молодец, Лиза. А розочка внизу, по-моему, да, у тебя в холодильнике? Вот она. Давай, ложи на наш... А я бы и сам ее съел так. Раз, взял у нее булочку и съел. Ах, какой вкусняцкий бутерброд получился. Она прям. И что нам теперь? Нам же теперь нужно прибирать, Лиза. Давай, поможешь мне прибраться? Давай, прибирайся. Молодец. Слушай, ты вообще во все игры можешь как бы сама играть. Такая молодец. Ты совсем уже справляешься со своей новой красивой мышкой, да? Давай губку. Губку. Стирай. Мыль все. Все мыль, чтобы в мыле все было. Чтобы все эти грязные следы очистились у нас. Откуда у нас такие грязные следы? Потому что ходили в сапогах. Ходили в сапогах? Да. Давай еще намылим. Давай еще намылим вот здесь вот. Давай. Вот здесь. Почти литра. Не-не-не, нам нужно еще здесь намылить. И вот здесь. И сверху еще намылить. Да, нам нужно? Вот, видишь, вот молодец, вот теперь нам нужно стирать это мыло со следами нашими грязными, да? Смотри, как мы хорошо помогаем, да?
стирай-стирай, снизу надо обязательно вытереть эти все мыльные, мыльные следы наши, да? Вот, вытирай все, вот, молодец. Еще здесь осталось чуть-чуть было. Вот, вытерли, давай. Еще здесь. Вот, молодцы, все уже досверкало, да? Все, прибираемся? Да. Прибираемся. Закрывай, убирай. Раз, два, три. Хоп, 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 хоп. Солнышко село у нас. Все, закончился день. Да. Да? Всем спасибо, что вы играли с нами в эту игру. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, смотрите остальные видео, загляните на канал вместе с Лизой. Мы любим ваши комментарии, ставьте лайк этому видео. Мы вас любим, всем пока-пока! Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. И подписывайтесь на наш канал. Подписаться вы можете здесь. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока!